Друзья, всем привет! С вами я, Дима, канал Владелец Аквариума. Извините, что не часто выходят видео. Вот, нет времени. Сейчас заскочил там, где у меня стеллаж стоит, с аквариумами, с креветками, с сыворобкой. Вот, и решил проведать, как тут дела. Значит, вот водопадик. Немножко сейчас почикал фикус. И мне кажется, на фикусе появился какой-то паразит. Вот смотрите. Это, может, какой-то клещ, я не знаю. В общем, на некоторых срезанных веточках я обнаружил, как вот паутина такая плотная. Может, это плесень, я не знаю. Вот. Ну, повреждений на самом фикусе я не вижу. Мох обрастает, я его пока не буду тут прорежать, хотя можно. Можно сделать. Я вот раньше так и делал, когда приходил. Вот так, чик. Оп. Прорезал тут для воды проход, но это не помогает. Ладно, вот это поместим сюда, что обрезали. Так, значит, по живности. Здесь формозы. Вот, они тут плодятся, вот мелочь есть. Сейчас увидели меня, они думают, сейчас их будут кормить, но еще рано. Может, потом дам корма. Тут еще есть один анцитрус, который затянутый, мелкий, но он живет до сих пор тут. Вот. Ну, пусть живет. Вот. По аквариуму с эхинодорусами. От Артема, будня аквариумиста. Значит, я обрезал этот эхинодорус, листья, которые были водные. Сейчас вот надводные он выпустил. И, кстати, видите, чем-то поеденное. Я не знаю, кто тут. Наверное, кто-то тут живет. Потому что оно обгрызенное. Этот проращивается тут растение. Не обращайте внимания. Тут также живут формозы. Формозы, мне кажется, может жить вообще в любых условиях. Ну, есть тут фильтрик, ну, как видите. Из-за температуры, из-за того, что тут все-таки земля. Вот тут вот сине-зеленые образовались. Ну, формозы, вот, пожалуйста. Вот. Что тут у меня на верхней полке еще? Это аквариум тут. Живородки немножко, также формоза. Живородка и красная, а меченосец, и вот черная есть, ну и формоза, соответственно. Вот. Ну а также вот смотрите, здесь у меня Монте-Карло, как он зарос нечаткой. Сейчас эта вся нечатка пойдет вот в этот нижний аквариум. Здесь оманки, они уже ждут. Вот сидит одна из них. И вот видите, вот этот мох, это вот я кидал пучки сюда с нитчаткой, все это обчищено. Вот. Также тут креветки блюдримы. Где-то прячутся, ну есть. Вот. Есть. Видел только что даже с икрой. Так, немножко бальбитис тут подрезали, потому что он прям выпирал, уже вылазил из аквариума. Так, он в среднем. Здесь также самка меченосца большая, покрупнее уже, вот малек подросший. Малек черный покрупнее подросший. Ну, из растений вы видите, что здесь. Все растет потихоньку. Также вот ксенококусом немножко заросли стенки. Так, нижний аквариум. Тут побольше мальков, все красные. Вот. И немножко формоз. Растения видите какие. Вот. В среднем также живородка, также меченосцы. Вот. Остались еще у меня тут улитки, кролики. Но, к сожалению, почему-то они стали погибать. Не знаю, может быть, корма им не хватает, но что-то с ними не так. Вот вся мелочь. Одни только раковины пооставались. Это приплод был вот от них. Ну, не знаю, если до зимы доживут.
когда будет прохладно, может нормальная будет. Рыба, видите, все прячутся вот тут. Вон стайка там. Видите, все стоят там. И вроде же не стайная рыба, да, а сбиваются в стаю. Так, ну и в маленьком аквариуме один из последних приплодов от меченосца, который у меня в 200-ке. Вот они все мелкие. Две лабикусы, которые я сюда перенес. Тут все просто, аэролифт, две лабикусы, никакого грунта, ничего. Вот. Ну и тут у меня генератор тумана. Кто-то говорил мне, что он быстро выйдет из строя, но до сих пор еще работает. Как перехожу, никак не могу подобрать момент, когда он отключается. Сейчас крышку снял, но вот прям опущу сейчас сюда телефон. Вот так вот все здесь выглядит. Вот сафаландры, мох, амурчик. Там внизу, даже не знаю, что там с грудками. То ли они погнили, не знаю. А ну-ка, сейчас я... Да, листьев очень много. Листьев много, вода прям аж теплая. Ну, они не любят теплую воду, реально. Вот я сейчас щупаю. Тут капец. Ну, ничего не поделаешь. Что выживет, то выживет. Еще раз покажу. Кстати, в 200-ке у меня тоже вот некоторые обутки из-за повышенной температуры сбрасывают листья. Ничего не поделаешь. Вот. Как-то так. Вот такие вот новости с вот этой вот аквариумной фермы. Сейчас я подзакрою, и опять тут туман образуется нормальный. Вентиляция есть. Все нормально. Значит, что сейчас сделаем? В первую очередь открываем крышку здесь. Так. И крышку здесь. И забираем аккуратненько вот это вот все. Вот эту всю красоту. Ой, там все, капец. Просто Монте-Карло нет. Все. Можно эту полочку убирать. Сейчас я вам... Я не знаю, это вот как вообще, как одной рукой умудряетесь снимать, вот некоторые люди, и даже распаковки, это очень сложно. Вот смотрите, вот такой жмут, вот он. Все это идет сюда, все это сейчас будет, там буквально за несколько дней это будет съедено оманками. Подкармливать в этот раз ничего не буду, я им давал там масуру. Еще есть остатки. Ничего не буду давать. Вот. Они это съедят. Полочку позже эту уберу. Понятное дело, какая тут может быть куба, если тут нет ни подкормки, ничего. Простые растения растут. Вот. Криптокарина невеля пошла в рост. Если убирать периодически вот это вот все, то я думаю, будет нормально. Кстати, фильтр-то дует там что-то. Да, что-то фильтрует. Вот, фильтр у меня тут стоит без губки, тут просто пластиковая стружка в этом фильтре. Вот, немножко он уже загрязнился, но еще, я думаю, поработает. Так, закрываю все это. Вот. Ну и сейчас тут движение начнется. Сейчас оманки разнюхают, кто где и что тут. Вот, смотрите, вот выскакивает уже, самая крупная выскочила. Все, сейчас они начнут расправляться. Вот, собственно, кто досмотрел до этого момента, хочу задать вопрос. Как думаете, стоит ли брать с этих аквариумов, ну, допустим, я вот думал взять всего вот этого малька живородки и отправить в 200-ку. Вот. Может быть, даже и вот этого тоже. Что скажете? Вот, хотелось бы от вас совет. Вот. На сегодня все. Мини-обзор
моего посещения вот этого прекрасного стеллажа на сегодня окончен. Всем хорошего настроения. Вот, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь, ребята, подписывайтесь. Я посмотрел, какой процент у меня на канале без подписки. Это вообще так много. Вот, если вам не жалко, конечно, подписывайтесь. Жмите там колокольчик. И иногда выходящее видео на моем канале будут вас радовать. Вот. На сегодня всем пока. Всего хорошего.